Всем привет, с вами Прия. 44 минуты остается до обновления сундучков, до обновления аффиксов недельных, до сброса КД. Верим, надеемся, ждем на хороший недельный лут и на получение хорошего ключика со следующими модификаторами. Кровавый, переполняющий и тиранический. Модификаторы весьма легкие. Кровавый — это просто по факту вывести мобов из их трупов, скажем так. Переполняющий — это хилу нужно быть намного внимательнее в этом плане, то есть не оверхилить особо. Ну, тиранический, конечно, блокирует относительно высокие ключи, типа там уже 22-х, 23-х, потому что некоторых боссов с таким большим усилением в плане хп-атаки, ну, просто не вытанчить и не выхилить. Ну, хотя, если до кучи ДД-бурстеров прям конкретно, то, как вариант, еще можно попробовать. К чему это? На этой неделе мы также будем брать различные рекордики, так что, кому будет интересно, приходите на стрим. Стрим будет как на Ютубе, так и на Твиче. На Ютубе я, конечно, редко читаю чат, потому что программа там работает, мягко говоря, неисправно. То есть, можете посмотреть, как берутся на самом деле рекорды. Рекордами в текущий момент я считаю только те ключи, которые проходятся на время. Те ключи, которые прошлись не на время, это не рекорды, это понос просто, не иначе. Всех вам благ, счастья, здоровья, ссылочки все под стримом. До скорого!